Как установили полицейские, ссора произошла между пасынком и отчимом на бытовой почве, вследствие чего отчим схватил нож, ударил пасынка в брюшную полость, а затем сам вызвал скорую помощь. В настоящее время потерпевший доставлен в больницу. В отношении его отчима возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.